Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и с вами 20-я серия прохождения игры под названием Dead Space. Без лишних слов отправляемся в наше приключение, запись вроде бы пошла, звук тоже вроде бы есть, что-то в последнее время ОБС-ка стала шалить. И постоянно стали слетать настройки, очень переживаю, что где-нибудь в каком-нибудь видео что-нибудь не досмотрю, но надеюсь, этого не произойдет. Надеюсь, этого не произойдет, потому что видео записываю очень много, записываю их подряд, и, ну, если где-то слетит, потом уследить, короче, будет сложно. Итак, игра нас ведет дальше, идем по сюжету игры. Я восстановила питание лифта. Так. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Есть, мэм. Мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Удачи тебе, родная. Давай, короче... Упс. Немножечко дали мне потрошков. Это хорошо. Давай с тобой посмотрим, что у нас здесь по оружке. По оружке у нас тут... 11 тысяч у нас. Я подозреваю, ребятки, что пора что-то продавать или что-нибудь в этом духе. Это у меня все в рюкзаке. Куча средних аптечек. Стазис батареи, большая аптечка. Может быть, мы это... Короче говоря, у меня есть подозрение, ребят, что нам нужны будут плазменные потрошки. Поэтому я предлагаю купить их на все. На все, что есть, купить плазменные потрошки. Игра нас ведет вот в этот лифт. Отсюда мы пришли, собственно, пошли. Собственно, пошли. Загрузим этот злосчастный обелиск. Причину всех бед куда-то там на шаттл и отвезем его куда-то там на планету. И вот это вот-то все. Тик-тик-тик-тик. Так, что по пулькам? 18, перезарядка. Пульки есть теперь у нас. Броня максимального левела. Патронов максимум. Ну просто... Так, игра ведет прямо. Но мы-то знаем, что если игра ведет прямо, значит нужно заглянуть. Куда-нибудь. Ни разу ни в одном туалете не было монстра, ребят. Стазис батарея. Так, окей, окей. Посмотрели. Ничего, в общем, больше здесь и нету. Ну и ладно, ну и окей, ну и пошли. Ну и пошли, ну и пошли. Чего это тут так темно? Так, запись идет? Запись идет. А, это сейф-хабик. Ну, давай. Что за звуки? Давайте без вот этих вот ваших... Арррр! Давай, наверное, уже наверх сделать сейвики. Так. Тут у нас что? Ничего. Тут у нас... Да блин. Твою налево. Отвали. Айзек. Да ёперный театр, эти чертовы сейф-хабы опять меня обманули, развели. Да блин, Айзек, хватит. Да что ты творишь, Айзек? Шмаляй, шмаляй. Не переставай, шмаляй, шмаляй, Айзек. Откуда? Ай-я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 й. Ни хрена себе, тут месиво началось. Где ты тут, какуля вонючая, на? Твою мать! Да вы чё, сейф-хаб? Твою налево или что это? Обосраться. Идите вы в сраку со своим карантином, твою мать. Это сейф-хаб был. До того, пока я не сохранился. Это был сейф-хаб, уроды. Ах, они читеры, ах, эти разработчики любят, короче, давать тебе видимость безопасности, а потом как пыщ-пыщ-пыщ, тра-так-так-так-так-так-так, и все сдохли. Обидка, обидка, это было больно. Так, это какую я аптечку юзаю? Блин, ну это жестко, я считаю. Too much, жестко.
Давай запись сделаем еще одну. Ах вы читеры, ах вы читеры! Читеры, читеры, читеры! Сейфхаб превратили в месиво. Со всех сторон тут на меня напали, блин. Так, что по пулькам в итоге? Все пульки просрал, небось. Ваш стример этот недалекий. Так, меня игра ведет сюда. Это значит что? Это значит, что мы берем и идем туда, куда игра нас не ведет. Потому что что? Потому что мы рисковые парни. Так вот ты отсюда по любасу вылезешь куда-нибудь, да? Это что за полный мрак? Ну вот я ненавижу вот эти шахты. Возле уха. Сейчас я повернусь спиной. И что-нибудь произойдет. Ага. Рубиновый ключ. Сколько-то патриков. Немножечко кредитов. Ну, что-то мы тут понаходили, окей. Окей, all right. Да что так темно в этой игре вашей? Нельзя так пугать, ну. Темнота, всякие вот эти вот некроморфы и прочие гады. Один ужас за другим. Ну что это такое, ребят? Ну что это? Что это? Что это? Вообще осуждаю эту игру. Погнали. Игра ведет сюда, а тут что тогда? Отлично. Ага. Собираюсь пристыковать шаттл. Ага. Очень осторожным. Очень. Ага. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Нет! 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 No! Я не согласен. А здесь, кстати, закрыто. Зачем здесь есть эта дорожка? Что? В чем смысл? Не понимаю. А, и дверка открылась, ясно. Так, ну давайте, товарищи некроморфы. Нападайте со всех сторон. Гравитейшн. Так, подождите. Пару ящичков. Оно всяко лишним-то не будет. Так. А там тоже ящички, и мы их тоже подлутаем. Ну, короче, я понял. Я сейчас отключаю гравитацию, и начинается полный коллапс. Полный коллапс, куча монстров, и вот эта вот вся дресня с этим связанная. Ага, и двери закрыли, видишь? Ну, капец. Блин, ну ладно, что нам делать-то? Лутаться нам остается только в этом случае. А это что? Такое? Контроль маршрута. Сменить путь? Нет, так все правильно. Ну, а тут? Хрена себе вас тут! Эй, пупсик! Нифига!
Больно вообще-то. Так, ну хватит бегать, не отвлекай внимание мое. Да блин. Перезарядка, айзек. Где ты? Все? Это все? Это все? Это все, что вы можете, да? Слабаки. Так. А еще есть что-нибудь? Вот, вижу. Так, 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 так. Так, давай теперь подумаем еще раз в итоге. Куда ведет эта штучка-то? Это он свернет направо. А это он никуда не свернет, так что ли? Нам-то надо вот довести до сюда и зацепить сюда, вроде как. Вроде как да. Ну погнали, что сейчас начнется всемирный апокалипсис, да? Аптечки малые у меня в кармашках есть? Нету малых аптечек в кармашках, а еще у меня вот этих пулек очень много, начнем с них. Ну давай, как бы, да. Сейчас до первого поворота, да? Че, даже никого не появляется? Да ты шутишь. Врешь ты все. Не проезжает. В смысле? А как? А как тогда, не поняла? Да иди, иди сюда, иди. Да ёшкин кот. Да куда ты? Сюда ты можешь пойти? Вот сюда. Блин, я его загрузил, и он теперь не едет никуда. Лел. Фу ты, ёшкин кот, это типа такой скрипт. Типа нужно сначала его завести направо, потом, короче, повернуть. Я говорю, завести направо. Да что такое? Ну давай. Потом, короче, повернуть. Ага. Я слышу какие-то звуки. Ага, вон они, эти звуки. Сюда идите. Эй, ты слышишь? Хрясь по жепке тебе. Ну алё, отрубись уже чё-нибудь. Твою налево. У них как-то странно. Вот я стреляю по руке, и рука не отрубается. А вот отрубилась. Да я... Нет, боже, только не вот это. Ненавижу вот эти вот квесты с этой гравитацией. Так, подожди. Теперь вон увидел я коробочку внезапно.
Внезапно я увидел коробочку, коробчонку. Мы дотошные, мы коробчонку заюзаем. Так, в итоге-то чё? В итоге, получается, дальше мы идем. Я же говорил тебе, что я слышу какие-то звуки. Все правильно я тебе говорил. Все правильно тебе стример говорил. Он и вправду что-то слышал. Что такое? Не туда заюзано? Давай. Ах, вы маленькие. Все? Еще где-то слышу. Арр! Арр! Показалось, что ли, Штирлицу. А че, с них даже ничего не выпало? Алло, а где трупы? Фига себе. Вот это, однако, здравствуйте, а и трупов нет. Ну и ладно. Все. Победа. Все. Угу. Отлично. Угу. Угу. Ну а как мне туда попасть-то? В смысле? О, ща блевану, ребят. Так, вроде вот так. Чпонькс. Фу! Надеюсь, вы тут не блеванули, как и я. Идет погрузка объекта 782. Угу. Он на борту. Угу. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. В смысле? В смысле, в смысле, в смысле прекратим этот ужас? Езжай, короче, и не зови меня никуда. Не, ну вы что, серьезно? То есть мы примем его предложение? Предложение больного психа? Ну действительно, а что бы не взять и не отправиться куда-то там? Ждите. В смысле, ждите. Короче, у нас лишь один вариант. Да-да. Времени почти не осталось. Мы должны стартовать. Что случилось? Что это? Амелия? Ты куда? Кто это? Это, наверное, на этом шаттле этот... Больной ублюдок, который врач... Или нет, погоди, а кто тут? Что происходит? Прости, Айзек. В смысле? Жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. В смысле? Мы без помощи USM Вейлор. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Ах ты! Люблю ах ты! Тебя. Ах ты, падла! И в смысле ты меня любишь? Это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек.
Я люблю тебя. Есть, мэм. Погодите, ничего не понял. Так в итоге, короче, бабища, которая все это время была с нами, это какая-то Криса? И она уволокла наш обелиск, а куда? В другую планету, что ли? А зачем? А какая в этом, типа, логика? И в итоге Николь-то это не мой Галюн, а реальный человек, что ли? Ну, то есть, я-то все это время играл и думал, что Николь это Галюн, который у нас был. А в итоге получается, что Николь это не Галюн, она реальный человек. А бабища, которая все это время нам помогала, в итоге крыса правительская. И в итоге что-то вообще ничего не понятно теперь. Я даже в какой-то момент подумал, типа, куда это поехал этот корабль без нас? Я даже подумал, неужели это тот врач больной, который типа, ну... Но он же себя убил, и в этот момент я и смекнул, что что-то не то. Ну то теперь-то все понятно. Это, короче, крыса, которая нам всем помогала все это время. В итоге, получается, Хэммонд был прав. Хэммонд был прав, что она что-то скрывала, она правительский шпион. Фу. Попади хоть раз, Айзек. Да я нажал пробел, ну. Все. Вроде бы. Не, ну это, конечно, вообще. Ну это, конечно, вообще прикол. Отдельный. Вот же ж она жепка. Вот же ж она криска. Так она вообще! Так, 1000 кредитосов, а чё бы и нет? Такое намутило это кукарача, так. Вот такие завороты. Айзек? О, Николь! Это действительно ты? Да. Я уж и не думала, что мы снова встретимся. Так ты... Мне так же. Ты настоящая! Ты должен вернуть его обратно, Айс. Ты сможешь управлять челноком отсюда. ХПшка есть. Сделай нас единым. В смысле единым? Сделай нас единым. Чё? Погоди, ты мой Галюн или не Галюн? Я не дупляю. Она говорит, как какой-то псих. И у меня, смотри, все в этих надписях. Мы что, сходим с ума? То есть наш персонаж сходит с ума, да? А потом мне игра скажет, никакой Николи не было, да? Алмазный полупроводник. Да, смотри, мы сходим с ума. На всех этих появляется, смотри. Офигеть. Так и чего, и куда? Аварийный вызов челнока. Так. Ты совершаешь большую ошибку. Это еще не конец. И что? Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Ей не сбежать от судьбы. Никому не сбежать. Никому не сбежать. Кто ты? Ты мой Галюн? Или что? В смысле ты встретишь меня? Я ничего не понимаю! Во-первых, все главные персонажи, о которых нам рассказывали, сдохли. Капитан сдох. Врач, который безумный, сдох. Врач, который хотел это все остановить, сдох. Вон там, вон валяется труп его с дыркой. И в итоге-то наша шпионка эта капсулировалась и, видимо, свалила, да? Да. Хэммонд сдох. Я так понимаю, что единственный выживший это Айзек, а Николь это, походу, его Галюн. Она не существует, вы понимаете? Вы понимаете, ребят? Меня кто-нибудь понимает? Я в шоке. Я в шоке, ребят, от этого происходящего всего. И в итоге она нам сейчас предлагает отправиться на колонию. Где все и началось. И отвезти туда этот обелиск. Но она говорит как-то странно. Типа, сделай нас единым, сделай нас единым. Что за бред? Внимание отключено, в смысле? Чего? Куда мне?
А, я не туда пошел, что ли? Или что? А, мне нужно просто вот так вниз, 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 вниз и по мостику дойти. Да? А вы чё, какие быстрые, вашу мать? Хрена себе. Короче, у них скрипт, они не могут зайти сюда внутрь. Причем скрипт какой-то очень странный. Так, давай смотреть, у меня что-то тут какие-то проблемы по этому самому, по инвентарю. Ух, етить, у меня тут стазис модулей. Ну и, собственно, аптечечку, наверное, хотя у меня тут фул хпшки. А чё мне столько стазис модулей сыпят? А далеко вообще магазин, кстати? Блин, ну вот тут до магазина, как, ребят, до Китая примерно. Одним способом. Так. Перезаряжаемся, получается, что по времени у нас. По времени скоро конец серии, и по времени мы успеваем. Ну, поехали в эту колонию непонятную, не пойми зачем. Нас прям посадили за капитанский мостик. Вернее, за капитанский руль. Это что за телепорт? Ты поступаешь верно, Айзек, и сейчас мы снова вместе. А, вот. Короче, Айзек сошел с ума. Глава 11. Альтернативное решение завершено. Сохранить, конечно. Короче, все, Айзек сошел с ума. Никакой Николь, видимо, нет. Мертвый космос. Глава 12. Мертвый космос. Никакой Николь, короче, нет, я так понимаю. И это все его галюны. Это все его галюны. Понимаешь? А. Блин, ну не. Не, не, не надо. Не надо, игра. А что по времени? 30 минуточек у нас. Ну ладно. Давай все заюзаем здесь. Патриков насыпали мне. Короче, знаете, что я думаю? Помните, нам по видеосвязи показывали мега-босса? Я думаю, что время наступило для него. Я думаю, что сейчас он и будет. Да ёшкин кот. Я думаю, что сейчас будет какой-то мега-супер-гига-дупер-босс. Потому что, судя по всему, это концовка игры. Судя по всему, это последняя серия. Так, игра меня ведет туда. Давай-ка мы здесь в колонии-то пощелкаем, побегаем. Так, здравствуйте, товарищи трупы. О, сейвик. А магазинчик тут... А. Ага. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на пьедестал в зале обелиска. Верни на место то, что было украдено. Сделай нас единым. Ага. Ну, окей. Ух, сколько тут всего. Давай для начала сделаем сейф. Сделаем сейф. Дам. Облутаем здесь... Господи, чё, какой мрак тут у вас. Ну и мрак у вас тут, ну и мрак. Так, подожди, ты ведешь меня сюда, а это что за дверь? О, май. Да блин, мне не хватает места уже. Так, пойдем. Это было голосовое сообщение, да? Давай послушаем. Говорит сержант Ньюман. Так. Ну, короче, здесь был полный ад, я так понимаю. А мне надо в магазинчик.
продать всякую шляпу у меня здесь. Нет, это полюбасу босс сейчас будет. Это будет полюбасу босс, ребят. Давай, короче, быстренько все продаем. Все, что нужно и не нужно. Или давай, я не знаю. Малый воздушный баллон. В смысле, рюкзак полон. А, рюкзак, лоб. Так, рубиновый полупроводник, да. Алмазный полупроводник, да. Вот это, я думаю, можно переместить. Вот это можно переместить. Вот это продаем. Одного достаточно. Дальше мы вылезаем, лутаем все, что здесь есть. И вот вопрос, остается 10 минут. Заканчивать сейчас? Или сохраниться и оставить босса еще на одну серию? Так сказать, как говорится, на самом интересном. Ну, Айзек, открой. Так, еще стазис-модуль. Зачем-то кучу стазис-модулей мне дают. Так, верстак. Дают верстак. Что у нас есть? У нас есть один силовой узел, и я даже не знаю, куда его вливать и зачем. Допустим, в импульсную винтовку. Допустим, в перезарядку. Пусть будет так. Еще, кстати, прочитал старые комментарии под старыми сериями, и там вы говорили мне, что надо было пройти тир в какой-то там серии, нам был доступен тир в этом... Так остановись ты. Что надо было пройти тир, потому что в этом тире нам бы дали 100% этот самый... Силовой узел за прохождение тира. Ох, сколько тут сундучков-то. Ну ты просто прям посмотри. Прям, о май гад. Я так понимаю, это нам нужно вынести отсюда, да? Я же помню, что там было. Я же помню, что там куда-то нужно было эту штучку. Что за звуки? Ой, отвали, отвали. Ты самый противный монстр, вот серьезно. Фу, с первого раза разобрались. Вы знаете, я, пожалуй, пойду сохранюсь. Я чувствую здесь это. Предстоит какая-то великая драка. И может быть реально закончить сейчас на этом? Ну может быть закончить? Ну вот что ты скажешь мне? Закончить 33 минутки. 33 минутки. 33 минутки. 33. 33 минутки, ну. Так, давай мы вставляем вот эту штучку вот сюда. Задание выполнено. Какое задание? Что выполнено? Что за задание? О, кстати, вот здесь мы тоже не были. Ой, а это что такое? Управление, контроль заслонок. Короче, что-то тут муторно-примуторно. Не, ребят, я думаю, что мы должны Биг Бада Босса в последней серии проходить. Вот чисто серия под Биг Бада Босса. Да, и здесь вот наверняка он появится, потому что слишком большое пространство, там все дела. Давай, короче, все. Давай, короче, все на самом интересном месте. Ах, этот стример, ах, этот стример. Но ты видел его? Ты видела, что он творит? Подогревает твой интерес, короче. Все. Делаем сохраняшку, ребят. Делаем сохраняшку. Да. И я так понимаю, что следующая серия будет концовкой. Концовкой, где нам все расскажут, все покажут, что, как, зачем и почему, и где, видимо, будет Биг Бада Босс, о котором нам говорили по радиосвязи. Собственно, ссылочка на плейлист с прохождением этой игры, конечно же, в описании под видео. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК сообщества Battle.net, серый Discord, оформляйте спонсорку, чекайте мой инстаграм. Удачи в играх и не только, и, как принято говорить в конце, to be continued, ребятки. To be continued.